Всем привет! Вы на канале Лилины Васята. Сегодня хочу показать, как я ухаживаю своим младшим братиком Мусиком. Вот он уже проснулся, сейчас мы будем делать с ним утренние процедуры и потом кормить его. Давайте я вам помогу. Давай сейчас Мусик будем чистить зубки. Давай, помоги нам, а то я сам, наверное, еще не справлюсь. Давай почистим зубки, чтобы зубки были чистенькие. Правда, у Мусика еще только несколько зубиков. Теперь я буду кормить Мусика. Смешку такую сделала. Бублик. А ты не забыл одеть слюнявчик, мне Лила всегда одевает. Ой, точно, давай тебе сейчас оденем, и будем кушать вкусняшки. Так, давай одевать. Ой, да, давай сейчас оденем. А что еще я буду кушать? Это сюрприз сейчас. Только ты лежишь, давай тебя посадим. Пусть ты тогда пил молочко, а сейчас уже будешь кушать. Вот такой вот наборчик я для тебя приготовила. И бублику дадим, правда? Да. Сейчас я развяжу. Мы уже попробовали. Все такое вкусное, очень-очень вкусненькие такие вкусняшки. Очень вкусно. Сейчас будем еще доедать, а потом я дам Мусику сосочку, и мы будем играть еще. Мы уже собрали такой вот коврик классный. И фосочку я дал Мусику. Ой, мы совсем еще забыли, надо еще причесаться, чтобы играть. А потом уже дальше будем играть. Давай, Мусик, я тебя причешу. Ты был красивенький. Ну, уже можно играть. Пойдем уже играть, еще принесу игрушки, игрушки, игрушки. Фофочка, очень люблю свою фофочку. Теперь давай наши развивайки посмотрим, что у нас здесь, смотри. Оп, и кто тут зайчик? Давай зайчика посадим в домик. Чтобы он смотрел на тебя из окошка. Так, следующая страничка. Здесь у нас какое-то письмо. О, это одежда для котика. Давай померим. Помнишь, это для тебя Лили сделали? Да. Ты тут разная одежда, потом с тобой померим. Вот сюда можно посадить нашего котика. Дальше тут у нас тучка. Что за тучкой? Бабочка. А здесь? Ой, я завалился. Здесь что? Птичка. Ой, кто это такой смешной? Вот такой вот зверюшка. Спроси потом у Лили, кто это. Ой, цветочек. Смотри, какая у меня погремушечка. Давай играть. А теперь я еще тебе кое-что принесу классное. Решили мы с Мусиком снять сосочку, а в то время нам Бублик принес вот такую вот интересную штучку. Смотри, какие мишки на качельках. Давай крутить. Смотри, как они ездят. Ой, здорово. Круто так вообще. Здорово. Ой, мне так нравятся такие мишки, а вам нравятся? А если вам нравятся такие мишки, переходите в наш инстаграм Лилины Басята. В описании будет точное наше название. Можете даже на русском набрать
Лилина Басата. И должно выйти наш Инстаграм. Подписывайтесь, пишите там комментарии. Будет специальная фотография, где будет написано название этого видео. И там вы можете писать комментарии. Но из-за того, что YouTube отключает комментарии на детских каналах, не можете вы здесь написать, поэтому пишите в Инстаграме. Муа. Ну а на этом мы хотим с вами попрощаться. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь. До новых встреч!